Давай это завтра сделаем сок из белокочанной капусты, немного свекольный и малины еще добавим туда для вкуса. Малины нету больше. А, больше нет. И Сможете. еще там ты что-то добавляешь. Я делаю свекольную и морковную капусту. Да. И добавить туда что-нибудь для Потому что вкуса. одна свекла, она противная. Ее надо Да. смешивать. Да, ее. А когда добавляешь морковный особенно. Морковный, он сам по себе вкусный. А что если сделать много, ну, сока, много морковки, ну, как бы, допустим, 10 частей, ну, морковного, а белокочанной капусты какой вкусный, нет? Так, короче. Невкусно, терпимо. Короче, надо тогда туда добавлять что-то. Нужно специально купить какую-нибудь клубнику туда добавить или что для вкуса. Что-то добавить, чтобы не так отвратительно было. Вот малина реально помогает. Делает вкус. А так вообще тяжело. Как лекарство просто пьешь. Надо, короче, найти. Я попрос спрашиваю у матери, у мамы, есть ли какая-нибудь клубника или малина, Откуда она? ну, замороженная. Или хоть что-то. Коронавирус до России добрался, до Сибири. Красноярске несколько человек. Что, умерло? Нет. Инфицированных. Какие там у них симптомы? Симптомы у них, короче, появляется кашель, температура. Так это у всех. Главный симптом. Ну вот у меня была температура, кашель, там болели. А дальше-то чё? Ну, там развивается пневмония, то есть легкие заболевания легких. Медленно развивается. Нет, не медленно. 2 недели период такой. Еще сильно кашляет уже через 2 недели. Нет, через 2 недели болезнь развивается. А кашель может сначала появиться. Так у меня кашель появился первым. Мы холодильник поднимали еще тогда. Мать там орала там. Куда туда едешь? Туда едь. Чё долго стоишь? Едь быстрей. Холодильник? Мы холодильник поднимали, помнишь? Нет, не помню. Купи, ну, холодильник. Заказ был. И мы ездили везде там по насчет симки, насчет батарейки. Это было, когда месяц назад. Да, я тогда кашлял уже. Тогда кашель у меня появился. Потому что меня мать сказала, бегать там иди. Но я думаю, ну ладно, что, пошел пробежался по холоду. Еще пришел, она орала на меня. Я себя возник. Я вообще хотел себе. Ну, у меня суицидальные мысли были еще после того, как она орала. И, короче, я заболел. Я там, блин, ей помогал, все, покупал там все, не знаю что. Она, короче, орала, когда я ел там. Именно когда я ем обычно, орет так. И я заболел, а на следующий день голова болела и температура. Разве это не коронавирус? Нет, наверное. Так то же самое же все, кашель и температура. Ну, там, наверное, грипп был. Какой-нибудь. Фиг знает.
откуда он взялся. Мне типа делали снимок легких и написали, что чистые. Но можно ли доверять их оборудованию устаревшему в поликлинике? Ну там выявляют, если есть там какое-то затемнение, то они прям смотрят там, находят. Так а почему я когда кашляю, у меня внизу здесь вот, здесь короче где... Легкая вот заканчивается, ну, внизу вот такой кусочек, жжение там и ну боль какая-то такая вот странная, непривычная, никогда такого в жизни не было, никогда в жизни такого не было, никогда. Что это такое? Мне это сказала безразличная врачиня, что это типа задел там что-то мышечную задел, да там нету мышцы никакой, какая там мышца, раньше я вот никогда так не болел, у меня болезни, когда вот всех сезонные болезни я легко переносил, просто там не болел, сильный иммунитет был, а тут вот такую, ну мы еще холодильник поднимали тяжелый, поэтому ухудшилось, стресс еще там, ездили везде, всякую хрень. Просто пневмония развивается и все, что ли? А? Пневмония развивается и все. Да. Ну, то есть это не коронавирус, это просто пневмония. Почему? Вирус. Пневмония это болезнь легких. Как бы. Как понять, что? Коронавирус это вирус такой. Есть грипп, а есть вот этот коронавирус. Ну а почему он называет пневмонию? Если пневмония... Он специализируется на легких, живет там. На легких, живет и размножается. Понятно. А как определить, есть ли у меня он или нет? Может он размножается медленно там? Ну вот я же тебе говорил, что 2 недели у него инкубационный период. После того, как заразился. Ну а что, дальше медленно будет развиваться? Может у меня медленно развивается, я... Ну, сказали, что он развивается за 2 недели. А, после того, как попал. Нет, подожди, у него инкубационный период, он молчит 2 недели. Молчит, да. Он просто размножается. А потом начинается... А потом резко, типа? Ну, вроде бы, да. А, ну тогда фиг знает. Но я антибиотик пил. Причем, прикинь, там я строго по инструкции пил, а не по тому, как это... Врачиня сказала, суперумная, безразличная. Я пил по инструкции, там нужно было пить 2 таблетки раз в 24 часа. Я пил, и казалось много, а оказывается нужно в 2 раза больше пить. Потому что сейчас уже у него резистенция на... Потому что... опасно, если написано вот столько. Нельзя дозу повышать. Так и мне это врачиня сказала, что вот эта вот доза, это мало, нужно в 2 раза, потому что сейчас уже он резистенцию выработал, потому что у нас все пьют антибиотики бесконтрольно, и он мутирует, короче. Вот, короче, ну, у меня было от этого хреново. Ну так, не очень. Если бы я в 2 раза больше пил, было бы вообще, было бы действительно ощутимо тяжело.
Так что его не лечат вообще коронавирус? Лечат. А, лечат? А как? Какими-то лекарствами. Да. А когда там в тяжелой форме, там в реанимации, там, когда кислород легкие, не дают кислорода, там искусственный аппарат искусственной вентиляции легких, их если массово начнется эпидемия, на всех может не хватить. Так если весь мир начнется такая Так она по всему миру будет. Сейчас, короче, Китай подавил себя, у них же возник мор. Они там подавили, короче, его. Что они там, химикаты распылили какие-то? Нет, они изолировали людей, которые Ухань город, это 1,5-миллионный город, там возникло. И они его изолировали от всего остального Китая. И уничтожили всех там, наверное. Нет, там их лечили. Они больницу построили, короче, за несколько дней огромную больницу. Нифига. Представляешь, Там какие? показывали такие, короче, тракторы такие работают. И, короче, за несколько дней больницу построили специально под этот вирус. Не, ну представь, китайские, как роботы. Они, короче, в итоге Ну, мощные. у них пошел на спад вирус этот. А потом он потихоньку пошел по всему миру. И стало, короче, второе место заняла Италия по количеству Там, заразившихся. да, там сейчас умирают. А после Италии Иран. Иран. Иран, да. А потом пошло и дальше. И Франция, и Германия, и Америка. Короче, везде. Фига. Там показывали, этот Алекс Брежнев показывал. Короче, он хотел пожрать купить. Остановился на своем этом траке. Там такая очередь, короче, знаешь, по эти с тележками, как вот в Алпе, да? Ну. Он пошел к концу очереди, так вот катит, ну, снимает это все. Там, короче, 3 километра магазин очередь. Фига. Он, короче, не стал в очереди стоять, бросил, уехал. Потом вроде как, я смотрел вчера, вроде как все успокоилось там. Нету таких 3-километровых очередей. Просто магазины полупустые. Потому что люди не выходят из дома. Не домой продукты тащат, А. закупают, чтобы дома готовить. Так может мне тоже не выходить из дома? Да. Вот вчера же Путин объявил вечером, что следующая неделя будет нерабочей. То есть на работу уже идти не надо. Ну, Понятно. кроме этих социально значимых аптеки там всякие Так там. а мне это, бабушка сказала, что я молодой, я должен могу ходить, типа. То А есть потому что там она хочет, чтобы я заразился коронавирусом. нет, там сказали, по телеку говорили, что умирают большинство пожилых людей. Но молодые что, не заражаются? Нет, среди заразившихся умирают большинство. А, ну то есть бабушка такая добрая, она как бы говорит, пусть заразится, но хотя бы не умрет. Ну да, добро. А, нормально. Блин, а что-то так как это спать хочется вообще. Хотя казалось, чеснок он же должен наоборот бодрить. А я один раз в день вообще поел сейчас. Ну, чеснок вроде это бодрит. Ну, не знаю. Не, он аппетит вызывает. Я, короче, один раз в день поел сейчас вот только. О, что-то вообще спать как охота. Я что-то не могу, сейчас сколько время. Вообще что-то сон клонит. Ну, правильно показывают. А, сейчас время-то уже почти 9.
тут разное время, как бы. Здесь, слева, ну, скоро 9, мне надо спать. А это? Я помою сейчас. А что ты сыр? Заверни его обратно. Да, я завернул сейчас. Я сейчас пойду, я спать буду, лягу. У моей матери пневмония вроде. Да, а у нее, что, пневмонию не лечат? Я что-то не понимаю, как, почему не лечит, почему так ошибся. Да, она заразилась из-за этой, из-за работы, там, из-за кондиционера. А нет, она же кашляет уже сколько лет. Сколько? Несколько лет всего? Нет. А почему она не лечит? Так я не знаю, потому что хроническая пневмония. Не знаю, почему не лечится. Она считает, что это из, ну, ей посадили такое место, дали там, где ну, дует этот кондиционер. Еще один мужик рассказывал, с ним общался, он мне позвонил. Он тоже заболел из-за кондиционера. В спину ему кондиционер дул. У вас не столик? А, я даже не заметил. Давай с собой возьму. Ну все, а я объелся, я не могу много есть. Я и так вон кашу съел. Ты его обрежь. Давай, ты можешь. Давай. А. Кто принес коронавирус? Крысы или птицы или кто? А вот сейчас никто не знает. Сначала на летучих мышей говорили, а потом на летучих. Вроде непонятно, то есть, не знаю. Да. Это предположение. Ну, это какая-то жесть. Он сколько месяц уже развивается? Больше месяца. Это какая-то жесть просто. Это ж китайцы все разнесли по миру, получается. Они ездят там. Ну, сначала Китай в Путин, а потом... Ну, они поехали в Америку и там заразили. Так может это правительство придумало? Ну, если придумали. Чтобы люди на митинге ходили, сидели дома. Но с другой стороны, это странно. А вот типа носят все эти повязки на виду. Повязки на... Это чтобы он передается с помощью дыхания от кашля. Так а что мы не купим повязки? А их, короче, все раскупили, их нет. Да. Эти кто повязки наживаются мощно на повязках. Так а что, нету вообще ни одной аптеки повязки? Нифига. А что, повязка поможет, что ли, от него защититься? Это просто фигня какая-то. Немножко поможет. А что, нет этого? А, может. Что-то я так спать хочу. Почему? Делать, дома не уходить, руки мыть. Руки мыть, когда?
ходишь на улице, что-то берешь.